Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. Садёк, что делалось? Я не поняла. Это что такое? Получили. Так, несколько слов еще про субботник буквально, потом продолжим решать задачи. Ладошкин, оторвись от телефона. Какой телефон? Так, открыли тетради, в тетрадях число классная работа. Морковин, скорую помощь не надо вызвать? Я бы ему вызвал. Сорокин, угомонись прямо, сядь. Вы что сидите, как в кино смотрите? А вот сейчас, дети, внимательно. Тетрадочки из домашней работы показываем. Ольга Викторовна, я забыла. Как я обычно говорю? Сам дурак. У Виктора меня не было. На ЕГЭ ты тоже напишешь, что тебя не было? Да. Дети, вот мне хочется выйти и закрыть дверь с другой стороны. Алдашкин, не пойдет. Я все время кого-то слышу. Под буквой В сами на оценку. Первые три подходят, ставлю оценку в журнал. Марина! Некоторых совести совсем нет. А в лоб. Так, задайте Кристине дополнительный вопрос. Так, доски. Доски. Алдошки. Так, прохожу за каждое невыполненное задание, ставлю 2. Вот Алдошкин. У меня все сделано, ну вот, ну ты Викторовна. Морковин, что ты там опять жуешь? Да это жвачка. Только не говорите, что вам Ольга Викторовна разрешила. Алдошкин, опять с телефоном там. К доске пойдет. Ирин забор, иди, Ирин. Что-то вас опять как-то мало. Какой телефон, скажи? Ну и какой телефон? Угомонись ровно, сядь. Прямо. Вырубай. Короче. Нет, наш. Я все время кого-то слышу. Марина! Ты лучше рано. Мария! Я вообще в голове посмеялся. Она говорит, Мария! Кури. Я уже сниму. Так, прохожу, ставлю заник. За каждое невыполненное задание ставлю 2.